Те люди, которые называют себя свободными профсоюзами Белоруссии и которые должны защищать работников, требуют ввести санкции против трудящихся своей же страны. Призывают нанести им вред и ущерб. Это не что иное, как предательство интересов людей. Профсоюзы не должны этого делать. Если вы наносите вред людям, хотите их лишить работы и зарплаты, значит, вы не профсоюзы. МОД не имеет юридического и морального права поддерживать эти античеловеческие требования. На это указал спецдокладчик ООН. В своем специальном обращении в адрес конференции он четко указал на то, что односторонние ограничительные меры нарушают устав ООН. И отдельно подчеркнул, что МОД не должна принимать решения, которые поощряют санкции. Однако мы сегодня видим, что позиция руководящих органов МОД по белорусскому вопросу крайне предвзятая. На все страны оказывается беспрецедентное давление, чтобы протащить решения против Белоруссии. Причем делают это те, кто должен быть беспристрастным. Полностью уничтожен принцип плюрализма.